Здравствуйте, мои дорогие зрители! Спешу показать вам продвижение по работе у пруда от светлицы. И на сегодняшний день я в таких противоречивых чувствах, что даже не могу и как следует их сформулировать. И у меня бьется в голове, пульсирует, давлеют надо мной две абсолютно противоречивые мысли. Либо бросить уже все, либо домучиться и дошить, чтобы показать полное разочарование. Но мучиться придется очень и очень долго. Разрываюсь между двумя мыслями. Распороть все, что уже пришито, покупать чешский бисер, либо не чешский, но мелкий, и перешивать, но треть работы перешить, это, вы знаете, совсем не сладко. Разрушить то, что уже было сделано долгими вечерами, днями, когда-то и ночами, и загубить свое детище, рука не поднимается. Но шить и мучиться – это, знаете, труд еще более тяжкий. В данном случае могу сказать буквально каторжный. Вот правда, наверное, если кто-то смотрит мои видео из раза в раз, наверное, есть такие люди, сейчас удивятся и скажут, ну что ж это такое? Почему ж это такое состояние? Почему такие интонации, паузы и непонятно что? Вот знаете, вот там, где бисер сейчас находится в таком растянутом состоянии, ну, то есть он не абсолютно плотной группой пришит, это еще хоть на что-то похоже. Это еще и ткань достаточно мягкая, она более податливая, ее можно хоть как-то потом, предполагаю, что все это натянется и будет выглядеть достойно как-то. Но вот здесь, вот этот твердокаменный участок, посмотрите, оно абсолютно не пластично, оно не гнется, оно не распрямляется, оно закручивается в спираль, и мне спиралью приходится так это шить, потому что невозможно, вот к следующему ряду буквально подобраться невозможно, потому что предыдущий ряд нахлестывается на него, а пропускать какие-то ряды, как я уже думала, и делать вот эту вот мягкость, придавать податливость, но это нарушится рисунок, и вообще ничего путнего получаться не будет. Единственное, вот я думала, что прошью вот этот вот участок, но я его, безусловно, прошью. Сейчас, наверное, какая-то боль и какое-то отчаяние больше говорят. Распарывать, конечно, у меня рука просто-напросто не поднимется, потому что я понимаю, сколько усилий сюда вложено. Но посмотрю, что это будет в итоге. Вечера три, наверное, мне еще придется вот над этим участком покорпеть, потому что шьется непросто. Я говорила, что бисерины гораздо больше по размеру, чем ячейка, предназначенная для ее, этой бисеринки, вшивания. Слов нет. И зашив вот этот участок, я попробую перейти вот сюда, в этот край, посмотреть, как оно будет с этого угла, и постепенно заполнять середину. Тем более, что тут, в общем-то, низ весь уже отшит, тут уже ничего не осталось, все это вышито. Этот угол заполнен, и начну вот с этого угла. Тем более, что зеленый, он хоть немножечко помельче, покомпактнее как-то будет смотреться. И здесь такие цвета, где бисерины не совсем огромные. А вот эти белые, сиреневые, красные и все прочие, там уже тогда буду смотреть, что будет получаться. На самом ли деле они вошьются в каждую ячеечку или что-то другое придется делать.
Одно могу сказать. И в данном случае пусть не обижаются на меня производители, если они смотрят подобное. Все-таки работу, прежде чем ее выставлять, ее нужно опробовать, ее нужно как бы примерить и такой бисер, и такой, и посмотреть, какой из них будет более выигрышный. С тайваньским бисером нечего даже и предлагать, потому что это невыносимо. Шить невозможно. Хорошего впечатления отшитый участок, к сожалению, не производит. Я не говорю вот про то, что было здесь. Вот самая удачная, самая милая была вот эта часть участочек. Здесь было шить трудно, но то, что творится вот в этом буйстве цветов белого, сиреневого, розового, это словами не передать. Ну, на этом спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Буду продолжать свою не то работу, не то мучение.